Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как обрезать в Java, когда вы создаете какие-то фигуры, как их можно обрезать. Есть такое понятие, как клиппинг. Смотрите, я вам сейчас покажу, видите? Здесь у нас чашка, мы можем трансформировать, можем обрезать, закрашивать и так далее. Вот сегодня мы научим клипать их, то есть обрезать. А как это делается? У меня перед вами самое обычное приложение на свинге, запускаем. И здесь вот такой вот квадратик. Я его хочу, ну точнее прямоугольник, не суть. Хочу его обрезать до, скажем, до эллипса. Я создам эллипс равно new. И здесь задам какие-то координаты, можно те же самые задать. Вот, и все, G2. Клип, и мы передаем туда эллипс. И сейчас наш прямоугольничек обрежется до вот этого эллипса. И вот, как видите, обрезалось. То есть все углы, все это пообрезалось до эллипса. Таким образом мы можем спокойно обрезать наши фигуры в Java. Ну, в принципе, урок небольшой. На сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.